Даже не тяжелый COVID-19 не исчезает бесследно. Отрицательный тест – не признак выздоровления. Сердце, почки и мозг под особым прицелом. Как не пропустить осложнения после коронавирусной инфекции? Доктор ответит на все ваши вопросы. 1 июля в студии главный терапевт регионального Минздрава Олег Фатенков. Программа «Звоните доктору». 1 июля, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».